Здравствуйте, мои дорогие, любимые ребята! Привет, привет всем! Сегодня, в это замечательное утро зимнее, мы хотим с Дедом Морозом подвести итоги нашей акции «Письмо Дедушке Морозу». Дедушка Мороз, ты готов? Готов. А я напомню, что мы сейчас выберем одно письмо из общей массы и пойдем к этому мальчику или девочке, не знаю, кто попадется в гости. Я надеюсь, вы нас ждете. Да. Давай, Дедушка Мороз, выберем сначала письмецо. Эх, давай, откроем сначала. Откроем. Ох, выбирай. Сейчас я пошуршу. Схватил? Нет еще, не хватается. Вот какой-то. Ура! Мне уже не терпится прочитать имя того или той счастливицы, которая выпадет. Так, в этом году мы отправляемся в гости к Юлии Паламарчук. Город Рязань, улица Интернациональная, дом 12. Совсем рядышком. Ура! Жди нас, Юленька, обязательно придем. Мы обязательно прочитаем сегодня твое письмо, посмотрим все твои желания. Так что жди нас, готовь стишок. Ну а вам, дорогие наши друзья, те, кто сегодня смотрит нас, мы хотим пожелать сказочной зимы и еще, дедушка, чего? И семейного тепла. Ура! Ура! До скоро новых встреч! Увидимся! Пока-пока!